Thank you.
Thank you.
white tower that looked like a toothpick when I first saw it. Now soars above our heads, dwarfing any structure made by kings or Wow. This is where our troubles began. And with luck, where they will end.
an A in food, yours do. Thank you.
Thank you.
will die here. This is it.
Somehow, Ivan found the strength. It's impossible to describe something the size of a sun being pulled from the ground. Stuck within, just a speck so far above our heads was Gino. And the darkness vanished. For an instant, I dared to hope. But the journey back to Arberang was long, and the world did not return to the way it was. It remains broken. And when we finally found the city on the hill, it was the same as everything else. That, all of this, for nothing. Еще раз снова привет, ребят. Пока вот идет эта вот прекрасная заставка к заключительным титрам и под эту прекрасную музыку, я бы хотел бы рассказать о своих впечатлениях от игры и о том, как мы с вами все-таки пришли к глобальному геноциду. Ну, ладно, он не глобальный. Это я привираю просто потому, что я знаю еще пару консолок. Скажу прямо, вот этого прохождения я прошел на той неделе. Да, ребят, то есть как только вышло предыдущее прохождение, то есть предыдущий эпизод, я занялся этим. Почему я долго его, я мог покупать тогда же, но я решил попробовать перепройти различные варианты концовок, ну, узнать, что из этого выйдет. Просто чисто для себя посмотреть. Оказывается, здесь у меня, вот с учетом всего пройденного материала от последнего сохранения, то есть когда мы возвращаемся уже к нашей компании воронов, я могу сделать еще три концовки. Первое — уничтожить все живое. Вообще все, никого не останется. Все нахуй. Только змеи, наверное, будут бегать там, рыскаться и плескаться в своей тьме. Ему спасибо. Ну, всегда рад. Далее, это если только останется Юнона. Это вообще очень, кстати, редкий вариант, как я понял, но я его смог открыть. Я не буду объяснить, как это делать, просто говорю, что будет и что есть. И есть, помимо вот этой концовки нашей с вами, сохранение всех воронов. Но объясню вот эту концовку, я сейчас объясню, как можно получить. Как вы помните, я пробовал договориться с Больвериком с самого начала. Пытался его переубедить, чтобы он был с нами. Ну уж, я добрый человек, извините. Что я могу с этим поделать? Я добряк. Но, к сожалению, это гибельный вариант.
Единственный правильный вариант, чтобы спасти хотя бы воронов, наброситься на Вольверика. Да, ребят, это единственный способ наброситься на Вольверика, хотя бы чтобы спасти воронов. Я пробовал пересмотреть все варианты по продлению как раз таки времени, чтобы и Олет, и все наши остальные Вальдебаранги. Вальдебаранги, потому что у меня уже забыл, как называется игрок-то. Остались живых. Я оттягивал как только мог. Вот на этих последних порах. Нет. Я смог вытянуть не так много времени, но мне не хватило всего лишь, наверное, каких-то 12-24 внутриигровых часов. То есть, понимаете, какая разница? То есть, не хватило буквально чуточку, чтобы дотянуть до этого момента. Поэтому я хочу сделать следующее. И говорю здесь. Я еще сделаю, наверное, третье перепрохождение саги. Третье перепрохождение. Но я сделаю его ближе к зиме. Это раз. Чтобы забыть, что я выбирал до этого. Ну, чисто, как говорится, снова под себя. Как мой характер будет показывать. И хочу попробовать быть там полным эгоистом. То есть никого не брать, запасаться только припасами, всем-всем подряд. И я говорю, это будет, наверное, самый правильный вариант. Потому что расчетное время часов давалось исключительно за как раз таки провизию. Конечно, в игре там рассчитывалось и за решение отношений. Но как я не пытался делать там, там давалось. Вот самый, я, оказывается, брал самый максимальный вариант с часами там получал. Поэтому протянуть уж долго не получалось. Я, конечно, попробую на нынешнем сохранении перепройти, вот, ну, как, попытаться как можно лучше сэкономить. И если получится, я выложу вот последнее, вот это вот самое идеальное сохранение со всеми нашими. Потому что, извините, я их так сказать, только прокачивал. Что ж, не хочется особо-то удалять все это дело. И если мне удастся вытянуть Олетту из лап тьмы, то я, наверное, не буду тогда делать полноценное прохождение, а просто, ну, повторного перепрохождения, просто выложу вот финальную концовку, где нападаем на Вольверика, его уничтожаем, спасаем воронов и заодно Олетту вытаскиваем из задницы мира. Потому что я хочу ее вытащить, извините, я сделал ее легендаркой. И она тут тупо погибла, да не хочу я такого. Тем более мне нужно дотягивать еще пару достижений. К примеру, Канарии, наш Гендронка, ну, как называть-то, ну, будущего вождя-то, этих всех минотавров. Ну, и что-то я хочу Убина спасти заодно. Этот, у Нобелла мне очень нравится, такой забавный чертенок. Но в основном Олетту хочу именно в первую очередь вытащить. Так что вот, такие вот планы на Баннер Сагу у нас еще остались. А пока будем наслаждаться гибелью всего живого. Ну, и той старухой, что осталось у Божьего Камня. Потому что Божьи Камни-то оказались единственными зонными спасениями в тьме. Ой, да уж. Жалко, конечно, что такой финал именно вышел, но я, конечно, мог смонтировать, приложить другие варианты более, самые менее такой печальный, который я уже описывал, но я решил показать тот вариант, который у меня вышел изначально. Вот сейчас изначально, который вышел. И скажу, наверное, вам сейчас с небольшим секретом. В августе у нас проходил такой же вариант, наверное, даже по времени мы отставали куда хуже, чем вот сейчас. Потому что время у меня кончилось еще у момента, когда закончилось ледяное озеро. Да, ребят, тогда это я помню. Так что, по сути, у нас бы Олетта так или иначе померла бы, хоть тогда, год назад, хоть сейчас. Но теперь мы знаем хотя бы, в чем суть была. И поэтому будем
Вот, точнее, я буду пытаться ее задницу что вытащить. Ну ладно, я думаю, на этом сегодня закончим с этим объяснением. Игра мне очень понравилась, всем рекомендую. Так что играйте с удовольствием, она не на один раз. Игра мне очень нравится. 10 из 10. Респект и все подобное. Надеюсь, вам тоже понравилось прохождение. Не забудьте ставить лайки, ставить на колокольчик, чтобы получать новые известия о нашем канале. Ну и подписывайтесь, конечно, как всегда. Всем удачи, всем спасибо за это прекрасное путешествие. Всем пока-пока-пока.